Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале GadgetX. Спустя почти месяц после выпуска альфа-версии MIUI 10 для китайского рынка, компания Xiaomi поделилась планами по развертыванию публичной глобальной беты новой прошивки. Как обычно, релиз сборок будет проходить в несколько этапов для небольшого числа устройств. В начале июня опробовать глобальную бету MIUI 10 смогут владельцы следующих устройств: Xiaomi Mi 6, Mi 5, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix, Redmi S2, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Mi Note 2. До конца июля прошивка станет доступна для таких аппаратов: Xiaomi Redmi Note 4X и Redmi Note 4 на базе Qualcomm, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max 2, Mi Max, Mi Max Prime, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 4A и Redmi 4X. Также в начале августа список пополнит еще несколько моделей: Xiaomi Mi 3 и Mi 4, а также Redmi Note 3 и Redmi 3S и 3X. Для установки MIUI 10 на устройстве должен быть разблокирован загрузчик. Подчеркиваю, загрузчик. Это не официальная сборка еще. Если у вас же установлена бета MIUI 9, то обновиться можно будет по воздуху через настройки. Подробная инструкция по ручной прошивке доступна на официальном форуме Xiaomi. Напомню, что все подобные манипуляции с гаджетами вы делаете на свой страх и риск, так что будьте аккуратны.